В итоге, ребят, вот приехали мы в Мордовию все же, в этот, в Саранск. Вот в гостях я у друга. Достаю я поисковой магнит. Сейчас будем его обзорчик небольшой делать. Магнитика. Игорь, давай, вскрывай. Доставай его оттуда. Сам магнит. Я его вскрывал уже. Но вот ребята первый раз еще не видели. Магнит на 400 килограмм. Тех и тих, смотри. Нет, Серега. Двухсторонний. Смотри, че. Сильный. Очень сильный. А веревку? Веревку вот открывай. Веревка к нему, и там перчатки еще до кучи я взял с собой. Хорошая веревка, смотри. И перчатки, смотри, какие. Перчатки как раз такие не нужны. Так, что-то здесь вылетело у нас. А что это такое вот вылетело? А, это запчасть какая-то ржавая. А, ну и там просто. Ну там 2,5, по-моему, должно быть. Перчатки хорошие. Ну-ка, дай-ка. Вот, ну что, пойдем прилепим куда-нибудь, протестируем. Пойдем, конечно. Идем лепить. Так, начинаем тестировать. Куда ты будешь его лепить? Хоть сюда. Ну, лепи куда-нибудь. Лепи его на рельсу. Попробуй, а потом сюда. Да ты можешь пока ее не вкручивать. А, ты так его хочешь? Так, где? Так, нет, значит, так. Так. Ну-ка, попробуй подними ее вместе с этой. С магнитом. Ну, потянет, я думаю. Ну, нифига такую штуку-то. Здесь килограмм 30 в этой рельсе. Ну-ка, оторви. Да, оторвать ага. Тоже вот, тяжело. Вот, или оторвал. А к этой попробую штуке? Вот сюда прицепить. Давай я вот это уберу, наверное. Это, да, алюминиевый. Палец попадет, он раздолбит палец. Ну, попробовать лепить. Давай я вот так положу. Ну вы его вниз опуститесь, чего? Ну. Вниз опускай. Ну, наверное, вам в это опустить в какого, наверное, давай, на пол надо. На пол вот так. На землю. Давай вот держать вот так вот. Ну. Нихрена себе. И что теперь делать? Ну, может, у него сил не хватает. Вань, попробуй, может, ты оторвешь. Подожди, давай вот так сделаем. Наступи. С этой стороны. Так не выйдет. Нет, все, теперь что будем делать? Надо монтировку найти. В итоге, как надо делать, смотри, Игорь, вкручивай до упора. Сейчас мы ее ослабим. Попасть не можешь. Магнитит в разные стороны. Вот это магнит, ты представляешь? Надо площадь изменить, так, чтобы меньше было полярности. Ни хрена себе. А если вот так залипнет где-нибудь большая железка, мы ее не вытащим? В машине цеплять и все. Да. Вот сейчас вкручивай. Ну и все, сейчас оторвешь уже. Все, отсыпай. О. Вот это железяка. Игорь, ну что, какие комментарии? Обалденный? Нет, вообще. Ну как это, палец вверх или палец вниз? Нет, я думаю, только вверх. Всегда вверх. Ну все, вот такой у нас обзорчик получился на магнитик. 400 килограмм, двухсторонний. Это пол, вот это вот убрать надо вот. Вот, ну все, выключаемся. Кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал.